Финальная серия хоккейного кубка Гагарина между «Металлургом» и «Львом» после двух матчей в Магнитогорске переехала в Прагу. Уже на второй минуте чехи повели в счете. Магнитогорская защита позволила Секачу свободно выехать из-за ворот и бросить 1-0. Лишь на исходе второго периода «Металлург» отыгрался. Мазякин забросил уже 9-ю шайбу в плей-офф и обновил рекорд КХЛ по набранным очкам в играх на вылет. 24 балла по системе «Гол плюс пас». Свой бомбардир имеется и в составе чехов. Канадский легионер Джастин Азеведу вывел «Лев» вперед за 9 минут до сирены. В самой концовке магнитогорцы сняли вратаря, и Франсис Паре сравнял счет. Однако за 18 секунд до конца основного времени защитник Ярослав Кабаров отдал неточный пас, перехват, быстрая атака и дубль Азеведу. Отыграться «Металлург» уже не успел. 3-2 в матче и 2-1 в серии. Впереди «Лев». Четвертая игра завтра также в Праге.